Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в Boom Slinger. Так, ну что же, я начинаю с открытия наших ребят сундучков. Новенькое что-то? Вау. Друзья, это что-то новенькое, такой карты у меня не было. Так, ну это бомбочка была. Угу. Так, смотрим следующий. И что нам тут? Так, прыжок. Луч. Снарядик. И 122 монеты. Так, и последний сундучок. Так, я понял. Прыжок докачивается. Отлично. И 124 монеты. Замечательно. Так, открываем. Точнее, ставим на открытие следующие, ребята. Так, тут бесплатно у нас 30 монет. Замечательно. И теперь я, ребят, иду на прокачку нашей деки. Прыжок. Оу, 400 стоит. Слушай, подожди, а что это вот за... Где он тут у нас? Вот. А что он вообще делает? Ну давай я попробую поставить сюда. Я не пойму, что это за удар. Мы его можем, ребят, только лишь... Да, если бы тут показывало бы еще все как надо, адекватно, я бы, наверное, больше понимал бы. Так, прыжочек наш прокачался. Так, давай этот прокачаем. Кстати, мы скоро получим 5 уровень. О, уже получили. Нормально. KO damage 12, play heal 50. То есть у меня 50 здоровья стало. Ну и по дамагу я тоже прокачался. Так. Я вот думаю, нужна ли мне вот эта бомба. Ну как бы, ну пускай будет. Так, друзья мои, квесты, квесты, квесты. Квесты у нас все норм. Что, подожди, что за квест? Используй тройной шот 10 раз. Сыграй 10 игр голубой жабой. У меня есть голубая жаба. Ладно, ребят, поехали. Ромео, Нюк и Рэй, как говорится, на страже космического порядка. Да, будем с тобой пытаться разбирать всех. Не знаю, получится, нет. Но где компаньон? Где противник? Кто-то прибыл, друзья мои. 3-го уровня. Фига у него собака. Гарри Поттер, блин. Ладно. Так, почему меня всегда в низину, ребята, отправляют? Ну почему? Кстати, самое время нифига не делать. Как думаешь? Есть! Да ну нафиг есть, нифига не есть. Он просто упал вниз. Ну ему неудобно, он может, конечно, кинуть какую-нибудь парашку мне. Вот ты жук навозный, ладно. Чего? Чего? Он лучом? Гудбай. А вот это что такое все-таки? Я не могу никак понять, ребят. Я ухожу отсюда. Вот туда спрячусь. А прикинь, зарядит сейчас какой-нибудь фигней в меня сюда. И я улечу в воду. От гад. Ну а что бы я сделал бы? Я бы ничего бы здесь не сделал бы. Я говорю, я ненавижу, когда я нахожусь внизу, блин. С верхней позиции всегда выгоднее, ребят, стрелять и атаковать, и защищаться даже лучше, чем когда ты находишься внизу. Ладно, давай смотреть. Так, ну, Ромео тут. Почему враг-то ходит постоянно первым, блин, ну?
Он меньше меня, слабже меня, ходит, блин, первым. Сфига ли, блин? Кто ходит? Так, ходит Ромео. Зашибись, эй. Я его еще к себе сюда поближе подтянул. Как раз на его ход. Ну, а хоть это уже бомба есть. Трэш. Да уж, эй. Да че ты? Это не прокатит здесь. Ты дурак, что ли? Я не пойму. Блин, ну совсем. Ну что это, ребят, ну, просто любой выстрел. Любой. Чем попало там, хоть тройным, хоть четверным. Я улечу в воду. Зачем он это сделал? Навесиком хочет бомбануть, что ли? У него, ребята, обрыв связи. Обрыв сети, по ходу дела, был, потому что написали мне, что я выиграл за счет того, что оппонент вылетел. Дисконнект произошел у него. Фига там кактус. Какой-то двой... А, это кактус и шапка кактуса, господи. Да я хоть посмотрю, что вот это такое, ребят. Ага. А если я ему еще туда бомбочку закину? Минус. Кактус с кактусовой шляпой. О-о-о. Не самый лучший вариант у тебя, парень, это был. Гудбай. Только шапка отлетела. Чёртовой бабушки. Выиграй две игры. Так, сыграй 10 игр. Сделай 140 киос. Сыграй 140. Ну, да, там, конечно, задание там вам не горит. Так, мы продвигаемся. О, новый наряд, ребят, получим сейчас. Это зимняя шапка. Хотел сказать петушок, но это не петушок. Она немножко по-другому называется, но тоже на П. Так, ну что, нам немножко тут осталось. 550, 600. И мы переходим с тобой на следующую арену. Ого. Ого, что-то новенькое, ребят, там будет у нас доступно. Что я хотел, что? Библиотека. А что в библиотеке мне покажут? Что я новое тут приобрел? Шапку эту, что ли? А, вот. Шапочка. Поехали, друзья мои. Ромео, Нюк и Рэй ждать не будут. Они будут бомбить всех. Парти Хард. Угу. Так, третий ранг. Шапка. Заяц с шапкой из зайца. Кто ходит первым? Я. Я могу здесь только вот так, ребята, сделать. О, ноу, о, да. Гудбай, парень. А вот тут уже я пропускаю ход. А что я здесь сделаю, ребят? Навесиком? У меня нет ничего. Он может сюда бомбануть. Да, если бы он еще хотя бы попал бы бомбочку. Ну, бомбочка это, да. Бомбочка пускай улетит. По-моему, я улечу.
Так, ну что? Да куда ты, твою мать? Что ты делаешь? Рэй, блин, ну что ты делаешь? На самом деле, я не так хотел. Я не так хотел. Да какого хрена он ко мне-то прилетел? Блин, если бы я чуть-чуть бы взял бы поближе, он бы улетел бы, ребят, туда бы, вниз бы. Не в мою сторону прилетел бы, а вниз. Блин, какой-то... Понимаешь, траектория, которую тебе показывают, она не показывается до конца, куда будет бить. Тебе показано только... Опять, блин, я хожу первым. Опять, блин, фуфляндия полная. Ну, чё, куда? Куда вот прилетят снаряды, ребят? Бумс, упал. Прекрасно. Пускай теперь оттуда что-нибудь хоть, что хочет, то и делает. Ему тяжело навесиком отсюда, ребят, бомбить. Ему тяжело навесиком отсюда бомбить. Нет, а, ну если так. Гениально. Спасибо. Я очень этому рад. Так, ну, во-первых, кота. Это раз. А это два. Шикарно. Тут прям, ребят, идеально получилось. Ну согласись. Прям, блин, как по написанному. Шурк, 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 шурк и все. Что такое? Бумбокс слот фул? Это где? Что за бумбокс? А, вот это вот. Это ничего страшного. Это ничего страшного. Так, с какого уровня? Четвертого. Ребят, серьезный противник. Я пятого не дали. Ого. Ого. О. Я могу, ребят, только вот так пока. Сус. Сус, не сус. А норма все. Так, вот. Ему, ребят, только... Куда он своего? А, это же надо было так придумать. Да. Не, я могу, конечно, сделать... А что я могу здесь? Нет. Не, я могу сделать прыжок. Не, нафиг, не буду делать прыжок пока никакой. Я сделаю так вот. Сделал. И валим отсюда. А вот что он будет здесь делать? Я не пойму, он играть что-ли не имеет? Или что он делает-то? Не, он, по-моему, ребят, придуряется. Бай, бай. Что, луч? Ага. У меня нет прыжка, ребят. Ой, нахрен, сори. Блин, ребята, что я могу сделать? Готов. Гад вонючий. Смотри-ка, разбушевался. Но он очень быстро, ребят, среагировал. Согласитесь, в прыжке стрельнул. Причем очень хорошо попал. Я сомневаюсь, что это было, знаешь, сделано на шару. Так, вот получаем своего нового питомца. И это у нас... Опа! Голубой.
Это, ребята, у нас голубой. Ладно, синий. Угу. Ой, хорошо пошла. Так, надо чарочку налить. Это был, ребята, синий. Ну, по-честному, это был голубой. Блю. Но мы не будем называть. Да чтоб тебе, ну. А это хитро. Это хитро. А вот мне-то что сделать? Блин, по идее, мне надо куда-то как-то туда запрыгнуть. Я не знаю, я просто тупо пропускаю ход. Молодец. Теперь он мне сюда будет бомбы закидывать, да? На это он что ли рассчитывает? Нет! Корявый ты, корявый, Рэй. Воу! Тупизм, блин, полнейший. Ребят, ну тут, короче, сейчас сюда закидывать бомбу и все. Угу. А нафиг так делать? Я не понимаю. Мина! Чё он делает? Вот как мне эти гаденыши, эти ребят, ловить? Маразм полнейший. Маразм крепчает, ребят. Ну а что я там могу сделать еще? У меня прыжка нету, этого нету. Он сейчас... закидывает эту фиговину. Ну, попадает сюда, например. В разные стороны разлетаемся, нет? Разлетелись. Мне вот эта фигня мешает. Я ничего не буду делать. Был бы прыжок, я бы туда пытался бы запрыгнуть. Да нет у меня нифига. Так вот. Двоих, что ли? Да, вот это неожиданно. Даже для меня самого, ребят, я не ожидал. Так, 70. Да, это было что-то с чем-то. Это было божественно. Не буду, ребята, занижать самооценку. Божественно. Бой был долгий. Но будь бы я на его месте, я бы, ребят, конечно, так бы не тупил бы, как он там делал. Я бы просто закидывал бы там, на чем свет стоит, и все. Кстати, Ромео надо шапку надеть. И Нюку тоже. А, у Нюка цветочек там. Нет, но все равно надо ему шапку какую-то напялить. Цветочек цветочком, а шапка будет круче. Блин, кролик ходит первым. Ай-яй-яй. О! Так, у него еще и бомбочка, кажется, припасен. О! Повезло, ребят. Как мне этого кролика бомбить? Блин, Ромео ходит первым. Ромео больше ходить не будет. Так, а я здесь ничего не сделаю им. Да,
Как тусенок, тебе хана, походу, дела. Ну чё ты там? Ну давай бомби своими этими парашками, блин. Ну тогда извиняй, парень. Чё он там тупанул так, я не знаю, ребят. Ну, на самом деле тупанул. О! Найс. Ранг ап. Так, новая галактика. А вот, ребята, и новые у нас. Забираем 100 монет. И пошло. Оу! Золотой, ребята. Блин. Сколько? 13, да? А у меня 60. Так, я хотел, знаешь что? Я хотел моему динозаврику поставить шапку. А как? Блин, я забыл, а как делать-то? Да нет, не дуэль. Да какая дека? Глупый. Блин, а как сделать-то? По-моему, вот это вот. Edit Team. Где у меня он? Вот он. Edit. Во! Не. Во. Так вот будет лучше. Так, а у кактусенка Edit. Слушай, шапок много всяких, а усы есть? У нас нету ни усов, ничего. Так вот, пускай ходит. Подожди. Одень шапку. Да ядрен матрен. А почему шапка не... Подожди. Да ёпрасоты, да что не так-то? Not voice, такая фиг мне твой not voice. Not voice это совсем другая фигня. Что взял? Ну, пускай будет такая. А почему шапка-то не надевается на него? А, вот так, наверное, надо делать. Вот. А у меня что? Странно как-то. Ладно. Погнали. Новая лига. Новые враги. По идее, должно быть так. Даже, видишь, лига обозначена у нас. Цветочки или листики. Листики. Листиковая лига. Ну давай, я жду противничка. Ну, камон, бэби. Камон. Ну где вы там, засранцы? Летит. А у него лига мороженка, ребят. Ух ты. Я хожу первым, да? Но тут, наверное, я думаю, всем будет. Гудбай. Я могу прыжок сделать. Сюда спрыгну, чтоб не достал меня гаденыш. Скорпиус. Гад бомбу кидает. Улечу я, интересно. О, да. Ну что, будем долбить птичку, ребят? Подкапывать здесь? Блин, ну так удобно сюда бомбочки не скидывать.
Прыжок. Болван. Че творит? Так, ну это мне не варик. Ой! Я совсем не это хотел, ребят, сделать. Красавчик. Он сейчас дарется. Угу. Держи карман шире. В себя же давай. А вот это я не понимаю, что, как это засветка идет, или что такое? Если бомбану сюда, как думаешь? Угу. Ну, блин, опять засверлякла тварина, а? Все-таки решил прыжок сделать, да? Он решил самоубиться, ребят. Нет. Ну да, самоубийцы и... От безвыходности, так скажем, ребят. Просто он понял, что ему кранты. Вот и все. Правильный. Правильный выбор был с его стороны сделан, ребят. Я его расписал бы. Просто так вот нахлобучил бы, как сосунище. Да, дыши Рэй глубоко. Вдыхай воздух победы полной грудью. Так, ну кто у нас тут? О! Достойный, ребята, противник 5-го ранга. Шутки кончились. Доигрались. Рэй, ты вдыхал воздух победы? Теперь выдохни. Так, кто ходит? Я? Я. Так, ну что, для начала начнем, ребят. Вот так вот. И все. А ему не очень-то повезло, если честно. Мне так кажется, что это какие-то боты или... Да. Ай. Так, ладно. Заканчиваем. Теперь мне надо вот этого гаденыша нахлобучить, ребятушки. Угу. Пока все. Пока я больше здесь делать ничего не смогу. Да он просто дает мне, ребята, плацдарм для того, чтобы я его просто разнес в хлам. Не туда, я знаю, не спорю. Нафиг ты сделаешь? Вот рыгутник ты, а. Так, Ромео, давай, наверное... Блин, сейчас... Блин, у меня еще какие-то удары какие-то. Я боюсь укатиться, ребят. А, мы же можем что-то сделать. Подожди. Так, для этого... Подожди, вначале прыжок, лазер. Да что ты? Пипец. Он сам ликвидировался. Тошнотный такой этот. Два задания, ребята, выполнил. Оу, е. Забираем награды. Так. Ну, 5 самоцветов-то понятно, а вот... А, он сразу открывается. О!
Стики-бомб. А, стики-бомб, это бомба-липучка, что ли, получается? То есть она приклеивается, наверное, к противнику и... И фиг ты что с ней сделаешь. Да, тут расценки-то такие себе на скины. Не дешманские, ребята. Далеко не дешманские. Стики-бомб, да? Ну, можно взять вместо вот этой, ребята, ерунды. Что-то мне как-то, ну, честно сказать, ну, не зашло. Давай проверим эту штуку. Что она из себя представляет? Как она вообще? Да я не юзы, вот, все. Слушай, биту бейсбольную, наверное, убирать надо, ребят. Да. Да я возьму уже он хил. Хотя нафиг он нужен. Ладно, пускай будет. Так, ну что, дорогие друзья, на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.